ты где? Да, все, вот еду. Давай, к переходу переходи. Сейчас еще вот заберем. Да, хорошо. Я тебя приглашал сюда встречи. Угу. Ну, бесплатно. Там, Дим? Что-то горка какая-то, горнолыжная. Сейчас по грязи будем. Не, все здесь. Пачка покинула. Сейчас выйти надо. Так. Наташа, звони к Лене. Они в ленте на трассе. Ну что, бизнесмен? Идем в лес. Заслужили. Это омская рублевка, короче. Ну что, Диман, где мы? Мы в Омске. В Омске. В лесу. В лесу. Красиво здесь. Лес. Домики классные. Вот с Диманом приехали выступить на конференции. Называется «Бизнес-пикник». Сегодня будем учить омских бизнесменов, как лить трафик. Генерировать. Да. Здесь очень-очень-очень красиво и приятные люди. Сегодня первый день конференции. Выступаю в 2 часа и в 16 часов. Здоровье поправим. Да. За 2 дня поправим все, что губили 20 лет. Ну, ты 20, я 25. Скоро будем здесь выступать, уже клеят хлебчак. Здесь очень-очень красиво, очень приятные люди собрались. 57 регионов Российской Федерации, да? И 12 зарубежных стран, да? То есть давайте, я согласен с тем, что... Значит, с вашего позволения я как бы некую... даже иерархию федеральности построю. Значит, мы купили центр, только в центр. Купили бутылку растительного масла и купили пачку перлов. Ребята, это, ну, просто, скажем так, вкуснее хлеба я не ел. Вкуснее растительного масла я ел, и вкуснее перлуши. Не могу понять, что. Не, потому что я запрещаю. Да, запечатлять. Привет, дружище. Цинизм в глаза. Так, здесь. Цыплят. Ух ты, ничего себе. А можно потрогать? Осторожно, можно морковкой потом будет покормить. Ладно, не буду. Завтра это имбирь. Все, руку откусят. Привет, имбирь. Опас. Что-то у него на ресничках. Соломка. В другом отсеке есть капризный пони, который отказывается катать людей. Лошади это прекрасно. Вот, голодненько. Вот жирность. И в том отсеке еще. Какая пчелка красивая. Там виляет.
Ничего себе. Красавец, да? Такой большой. А вот это вот капризуля, грушу всех, конечно, себе ведет. Кто такой капризный? Хочешь окосить? Конечно. Прямо за шатром у нас начинается дремучий лес. То есть в прямом смысле очень-очень плотные деревья. И там, если запастись фонариком и хорошим зарядом на телефоне, можно идти очень долго, наткнуться на заброшенный лагерь. И просто там какие-то нереальные ощущения. Заброшенная башня там есть, на которую можно подняться и увидеть просто как на ладошке. Классно, классно, классно. И вообще эта территория, она рядом с лесным заповедником. Приварю не джип. Экзотика, русская экзотика. Дороги говно. Люди классные. Ментовский город. Тут все решают, к сожалению, военные, потому что город закрытый и всегда была оборонка основное. Производства нет, все продают. Вот такое краткое резюме в Омске. Ну что, стоит сюда приезжать? Да, пообщаться с людьми, да, определенно. А так здесь делать нечего. Вообще нет. К сожалению, большинство народу, да, большинство населения у нас очень не занято. Очень он стал замусоренным, когда-то был город-сад. Сейчас да, к сожалению, этого, к сожалению, нет. Угу. Везде куча заводов, дышать нечем. А то, что сейчас 300-летие Омска, переделают что-нибудь, лучше станет? Да, они дороги пытаются сделать, мы даже это замечаем, где-то плитки кладут, что-то какие-то насаждения высаживают, но все не то. А девушки здесь красивые? Очень. Мне кажется, они везде красивые. Ну, не везде. Может, по Львове? Нет, в Омске действительно большой процент девушек красивых, действительно. Добрые, красивые, семейные, да? Да. В общем, пацаны, если хотите себе семейную добрую женщину, приезжайте в Омск, делайте, чините дороги, продавайте, да? И становитесь ментом. Да, производства много было. Театр, а это музей. Да, говорили, что у вас визитная карточка ваша. Драмтеатр? Ну, да. Драмтеатр, да. Отлично. Вот как бы 303-ю и готовятся. У нас в Москве сейчас тоже все копают. Да, там всегда все копают. Сколько там был, там не прекращается. Вклад ищут. Даже светофор не работает. Ну ничего, 300-летие будет, заработает. О, с собой. Ничего себе. Пытались у нас метро сделать. Даже трамвай скопали.
метро. Мы уже 20... С 94-го, да, его делали? С 20... Ну, с лишним лет. Макдональдс у нас не любят. Почему? Ай, не знаю. Во-первых, потому что для мечей это дорого, прикинь. Для Москвы это дико дешево. Дико дешево. Быстро. Поел. Да. То есть, если я приду в Макдональдс, я буду королем. Ты в Макдональдс ходишь? Ты не увидишь очереди. Это как шутка? Если Киев все переполнено, тогда идут в Макдональдс. Все. Да. Это получается, пойдем со мной на свидание в Макдональдс, это будет звучать как нифига себе. Да нет, почему так будет делать? И KFC у вас есть, да? Ну, этот бар прикольный недавно открылся, можете сходить. Такая у нас экскурсия по Омску. Прикольно. Посмотри, видишь трехэтажный ресторан? Да. Не ходи. Елена Летуча? Вот сюда? Да, вот сюда. Не ходи. Ничего там, прикинь. А какой она там этот отзыв дала? Ой-ой-ой. Плохой? Конечно. А напротив еще хуже отзыв. Она дала напротив. Он закрылся, ресторан. Жесть. Здесь напротив. То есть это... Это работает. Ревизоры убивают малый бизнес, да? Ну у них далеко не малый бизнес в Колчаке. Ребрендинг делали. Да, да. Ну вот, господа, ваш... Нельзя, у нас здесь съемка. Все, закрыл. Ну что скажешь, Дим? Про Омск, про отель. Все круто. Да, согласен. Омск нам нравится, люди нравятся, отель нравится. Все да. Нравится. Вообще не ожидал, да? Даже не прикопаться. Вообще не ожидал. Да. Сейчас посмотрим наш номер. Так, момент истины. Вот такой у нас номер. Если подумать, что у нас номер за двойной раз. Одноместный. С одной кровати. Просто видеообзор по машинам. Вот сидим в мини-купере. Такой отличный женский вариант. А, официантов здесь нет. Ты сам подходишь, сразу платишь. А что еще? Гриль вот тут же сразу. Да? Мясо? А, потому что, ну не знаю, наверное. Это у них вкусно, да? А, значит, мясо? Посоветовали сходить в классный ресторан в Омске. Вот. Удивляет на Уфау. Контактный ресторан. Да, я так понимаю, сам и готовишь. Тайга называется. Расскажите про ваш ресторан. Мы здесь работаем поварами, вот делаем мясо, делаем стейки, делаем птицу, говядину, свинину. В общем, все делаем от души, все делаем в кратчайшие сроки. Вот вы делаете заказ, проходит 20 минут, вы уже сидите с мясом кушаете. Класс. Вот такие дела. А почему все контактный просто называется ресторан? Контактный. Вы можете просто подойти к нам, постоять, посмотреть, как мы готовы, пообщаться с нами. Все прозрачно, все. Да, открыто. Да, мы идем на контакт с людьми, то есть общаемся с ними на разные темы. В общем, все от души идет. Вот спасибо. Так, от души и от сердца. Спасибо. Идем по улице Ленина, центральной улице города Омска. Это как Тверская в Москве. Все копают, готовят к 300-летию города. Памятник Омска. В вашей Москве не лучше. Не надо снимать нас. По окраинам по вашим зайдешь, как особенно раньше. Может, сейчас вас Собянин там делает. Раньше зайдешь в подворотню и сарай. Он сказали. С упражнениями. Сказали этот. Однажды он взял и покатился по городу. Вот
Мы подошли к жителям Омска и спрашиваем, что это такое? Что это? Шар в честь основания города Омска. Почему шар-то? Ну, вообще без понятия, почему Бугарский решил просто шар. Его сейчас реставрируют, раньше у него были изображения. И вот после, когда был у нас шторм, там дырка образовалась. И он покатился, да? Он когда скатился, да. И поэтому его сейчас реставрируют. То есть там были рисунки? Да, тут рисунки есть. Ну, в этих местах, где палки. Там должны быть вставки с какими-то изображениями, я не помню. Там. Ясненько. То что-то омские жители обиделись на нас, когда мы посмеялись, что это такое. Сказали, что у вас в Москве не лучше. Сейчас вот гуляем по Омску, общаемся с жителями Омска. Такие очень приятные люди, отзывчивые. Разбираются во всех памятниках своего города. Москву любят. Меня больше всего убил и покатился этот шар по городу.